И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Crossout. Ну, как видите, моя машинка очень сильно изменилась, не только по виду, но и по очкам мощи. Сегодня я в группу ВКонтакте выкладывал пару скринов, где я стал первый раз МВП. Так прикольно получилось, ох, просто нечто. Короче, мы побежали по левой стороне, они по правой стороне. Я пришел на точку, мы захватываем точку. В итоге я был первым, мне дали 300 очков, а все остальные были последние. Ну, то есть после меня. То есть вообще никто никого ни с кем не дрался, как я понял, и так далее. То есть вообще просто никто никого не убил, и я стал МВП. В общем, точку захватили первыми. А второй я там был на ПВЕшке, и у меня очков 3000, и я всех обошел по мощи, то есть по очкам, по рейтингу в ПВЕшке. Вот такие вот дела. То есть, два скрина, посмотрите, и я думаю, все поймете. Вот такую вот я сделал себе машинку. У меня здесь стоит двигатель. Под низом там стоит генератор. Вон генератор. Нет, не та. Не та. Не то пульто? Дверь контейнера, блин, это не то. Ага, до него не достать, по ходу дела. Ну, да, и бог с ним. Там стоит у меня генератор на два. Вот. На две этих, на две энергии. Поэтому я все смог установить. И двигатель установил. И что я тут еще установил? А, ну и охладитель единственное не установил. Ну, кстати, давайте вот так вот я поставлю. Здесь у меня стоит радио, домкрат, даже вот это тоже могу туда же поставить. Вот, и вот там внизу у меня, вот он, генератор тяжелый. Кстати, я его сделал сам, как двигатель я сделал, тоже сам сделал. Так что, как бы, самое главное, докачаться, и покупать порой нет смысла что-либо. Вот, здесь у меня стоит рапира, здесь у меня стоит два обреза. Играл я рапира плюс... А, играл я обрез, и здесь у меня три аккорда стояли. Вообще все здорово, как видите, я очень сильно защищен. Единственное, не защищены, это колеса. Вот, и весь у меня корпус очень сильно защищен. Ну, колес у меня 6, и... Поворотные, видите какие? То есть это для того, чтобы я мог быстрее в поворот входить. Вот такая вот фигня. Так, ну что, погнали. Как я и говорил, я подкоплю сундучков. Как видите, у меня контейнер добычи есть, контейнер ветеранов есть. И один из контейнеров сделай сам. Также у меня уже контейнер добычи. Осталось 8 часов. Ой, 8 часов какой? 7 часов. 6 часов, господи, математики велики. 6 часов игры у меня осталось, и мне дадут контейнер еще один. Но ждать его не будем, я открывать уже его, наверное, буду сам. Вот, ну а пока... Хотя нет, давайте контейнер сделай сам. Подкрываем контейнеры сначала. Вот, И побегаем уже на ПВЕшке. На ПВЕшке побегаем. Следующий ящик. Вот. Что бы хотелось мне сказать? Ну, во-первых, игра мне очень нравится. И если начинаешь делать все правильно, прикольно, фары. Повышает, получаем после боя репутацию на 1%. Ну, кстати, нужно будет куда-нибудь поставить. Они все-таки красивые. А, смотрел на выставке. О, там это Вен из X-машины. Так называется X-машина Вен. Или точнее Бен. Супер! Вообще просто. Я посмотрел на нее. И, кстати, очень-очень выгодно залазить на выставку и смотреть, что делают, ну, что творится на выставке. То есть, что там, как там. То есть кто как что делает, потому что это очень полезно. К примеру, я увидел, как можно бочки, к примеру, поставить так, чтобы они не мешались, вот эти самые бочки. Ну, конечно, я ее вовнутрь все-таки поставил у себя, но все равно, по крайней мере, задумка у меня уже есть. Если что не так, то еще одна бочка, кто бы сомневался. Я не думаю, что здесь есть какой-то шанс достать что-то хорошее, но... Ну, шанс это есть, ну, как бы пооткрываем, почему бы нет.
говорится, шансы маленькие, но есть. Ну, на крайняк всякое говно подостаем. Оно, это все говно, нужно для создания предметов. Это самое главное. То есть... Да, их можно купить за 3 копейки, грубо говоря, но зачем покупать, когда они у тебя и так есть. Вот такие вот дела. Открыватель, открыть 15 контейнеров. Да, я молодец. О, СТ, поворотные, у меня теперь их 6, здорово. Значит, можно будет центровую поменять на СТ, и вообще будет кайф. Хоть что-то полезное достал уже. Аккорд, кто бы сомневался. Шанс на то, что что-то попадет синий, конечно, практически никакой, но все равно будем надеяться. Ну, дорожная сумка, мне такая не выпадала еще ни разу. Ага. Закончились, да, у меня ящички. Быстро они открылись, отлично. Я думал, дольше это время все займет. Но вот эта вот кнопочка «Следующий ящик» очень даже сильно помогает в этом плане. Тут, как видите, одни синие. О, круто. Эта фигня создается только на 55 баксов текущая цена. Дрон прихвостень. Это подвижный боевой дрон. Ага. Я уже смотрел на него. Ой, не здесь. Чё это? Хранитель чертежей. Расходный гриб. Расходный гриб, птичная емкость. Фиг знает, короче. Если поняли, что это, напишите мне в комментариях, потому что не хочу сейчас разбираться. О, здесь тоже хранить чертежи. Вот он, этот дрон. То есть, мало того, что мне нужно 25 левела стать самому у механиков, так еще и здесь до 3 левела докачаться. А это, поверьте мне, не очень легко. Вот, то есть, это вот эта фигня у меня появится очень не скоро. Единственный шанс это ее купить. А, это уже здорово. Кстати, я мусорщиком добил 4 левел и создал себе генератор. Вот на генератор тяжелый я его создавал. И создавал вот этот двигатель мощный. У механиков я создавал себе... ВВТ-1. ВВТ-1. Создавал. Контейнер создавал. Вот такой вот контейнер. Одну штучку. Или две. Две вроде. Здесь создал прицел. И рапиру, понятное дело. Вот, все, что я здесь создавал. У скитальцев пока что ничего не создавал, как видите, я еще ничего не покупал. Но есть задумка купить радар-детектор. Хорошая штука. Я посмотрел, просто через стены и так далее. В общем, штука классная. Так, склад. Дрончик. Нужно будет что-то с ним придумать. Это хорошо. Так, контейнер добычи. И комплект фар тоже нужно будет. Кстати, две, получается, вещи хороших я достал уже. А три даже, три. Колесо поворотное, которое мне все постоянно выпасть не может. Большое колесо, такое среднее. Шипастое колесо, оно тоже, кстати, не скоро откроется у меня, но сравнительно быстрее. Колесо с шипами. 19. Вот. СТ. Хочу вот эти вот заменить вот на эти вот. Для чего? А чтобы еще лучше поворачивался. По мощности разницы никакой не почувствуем, а вот в поворот ходить будет еще легче. И если оторвет передние и задние, то, как видите, все намного лучше пошло. Да, они дают малый разворот, но все же дают, и это здорово. Так, ну что, погнали. Во-первых, да, у меня сборка 4907, это просто здорово. На рынок я сейчас не залазю, так как смысла немного нету. Медь, она как-то варьируется в одной и той же ценовой категории, поэтому нет смысла немножечко с ней бегать. Кстати, сколько у меня там бензина уже? Давай, грузись быстрее. 70 единиц, скоро поставлю на рынок и продам. Как видите, у меня сейчас уже 200 из 200. Сейчас уже 140, конечно. 200 бензина, это вообще просто кайф. Мне хватает на все. Металлолом, как видите, он очень стал дешевый. Тоже с ним возиться нет смысла. Дрон атакующий. Тоже штука классная. Надо бы как-нибудь что-нибудь с ней сделать. Так, ладно. Магазин. Гараж. Так, давайте-ка посмотрим. 44 из 45. Прикол. Давайте, где у меня там фарм.
комплект фар. О, сюда прямо поставлю их. Круто. Прям как для них место. Так, а я ничего там лишнего не поубирал. Радио стоит. А что у меня один? Интересно. А, у меня стояло аж 3 пушки, а теперь 2 пушки только. Точно, точно, точно. Вот, я здесь сохраняю себе, как видите, эти все. Вот, у меня анкор, видите, был из 4. И здесь, а, здесь рапиры, я все-таки с рапирой играл. А, нет, я это пересохранил. Вот, а сейчас у меня, я поставил обрезы, так как у меня по заданиям стоят с обрезами побегать. С дробовиками, да, с дробовиками. Вот, рейды у меня открылись абсолютно, миссии открылись абсолютно все, на электронику я еще ни разу не бегал, на провода бегал. Здесь у меня вот это вот хорошо, вторжение против боссов, это вообще для меня сейчас нереально. Это примерно где-то с 6000 ом туда только лезть, не раньше. Ну, или когда оса появится в размере несколько штук. То есть вторжение, это надо с боссами сражаться. А здесь, я думаю... И защита, и боссы будут. Так, защита. Погнали, попробуем защиту. Как видите, я уже сегодня немножечко побегал на ПВЕшечке. А, здесь, конечно, добывается меди намного больше. И этих самых билетов добывается намного больше. Что уже само по себе здорово. Так, музычка. Да, чуть потише сделал, на всякий случай. Так, защита. Так, 4-4-3-3. Ну, нормально. Нормально. Не, конечно, самый жирный среди всех, но не значит, что самый мощный. Вот, как видите, а, мне дали ворота. Ворота от контейнера. Точнее, или двери от контейнера, оно называется. Но супер, они просто, видите, они целиковые стоят у меня по бокам и полностью все защищают. Просто кайф. Так. Убежал. Так, стоять. Оу, ей! Как видите, я вперед поставил и бампер, и лезвие. Я хочу попрактиковать вот это вот все действия с лезвием и с бампером, потому что дальше я хочу создать себе шнек и уже со шнеком вот такой, видите, у него их 2, у меня 1. Вот, хочу с таким уже побегать, то есть поставить именно его, потому что штука очень в этом плане полезная. Отлично, отлично. Защита успешная, и это здорово. Как видите, у меня колесо хоть и нету, но у меня все направляющие, так что мне в этом плане легко. Такс. Эй, не туда немножко сдвинулся. Отлично, минусанул, именно я. Наверное. Рапира очень классная штука, если честно. Давай, 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 отлично, помощник. Так, погнали. Сам не дамажу. Просто мне тогда показалось, как будто бы продамажил. Цифра нарисовалась на этом. И все, мне показалось, что я задамажил. Так. Угу. Надо вот того снайпера сносить. Он стоит издалека и настреливает постоянно. И вполне себе нормально настреливает. Надеюсь, наши допрут до этого. О, все, кранты. Они не доперли, по ходу дела. И еще плюс я тут, как нубас, поступаю. Сливаю, как говно. Вот тебе и обрезы. Все-таки аккорд тащит в этом плане. Перезаряжаются быстрее и валят намного лучше.
Все. Не все еще. Еще не все. Хватит с нами играть. Убейте уже эту вышку сраную. А, понятно. Мы еще эту защищаем, а уже надо ту защищать. Ясно. Это не только во мне проблема. Я думаю, что за фигня? Наши чутка рассредоточились непонятно зачем. Ну, бывает, бывает такое, особенно на такой миссии, очень часто это бывает. И это нормально вполне. Когда попадаются союзники, такие же, как и я примерно. Так. Уничтожено и вполне нормально. Так. Вот выигрыш боев в рейдах, используя дробовик. Ну ладно, вернуться в гараж. Погнали на дрешевые, на легкие рейды. Ой, ой, нажать. Кладбище кораблей. Что у нас здесь? Здесь также защита, защита. А, ну да, значок. А защита вот второго уровня. Круто. А здесь защита третьего уровня. Так, погнали. Кладбище кораблей. Побегаем там немножечко. Как говорится, почему бы и нет. Так. Ну, понятное дело, я здесь самый мощный. Здесь редко появляются такие веса. Ну, опять-таки же, не означает. Большое количество ом не означает, что ты мощный. Как видите, вроде как дофига что стоит, а пушек как таковое ни о чем. Но с легкими сражаться легче все-таки, так что как бы без вариантов. Ну ё-моё, ну что ты там, блин, в натуре его не можешь, ты ничего сделать. Стоишь у него, смотришь на него, блин. Так-с. Старался ставить детали так, чтобы у меня... Точнее, такие детали, чтобы у меня максимальное здоровье увеличилось. Если что-то пошло. То есть, если фуш ставить, то ставить то, что будет вполне себе неплохо. Отлично. Блин, еще в кнопках путаюсь, блин, не то жму. Вместо рапира жму обрез, вместо обреза жму рапира, точнее дробовик. Ой, кошмар. Ну ладно. В целом неплохо. Пока что еще не сильно повредили, так только чуть-чуть зацепили, и на том хорошо. Уть, уть, колеса так хуть, хуть, все в одну сторону. Ну, вроде как попадает даже иногда. Отличненько. Конечно, чутка не зафейлились, но в целом неплохо. Фух, знаешь, у нас еще тут на улице жара такая стоит, это просто пиздец, я вообще ничего не могу снимать. Духота прям конкретная. Но никакие, ну, то есть я чисто вот окно открыл, и все. Никакие ни вентиляторы, ни кондиционеры, ничего не хочу, чтобы не простыть. Ну, так, на всякий случай. Это твою мать. Неповоротная скотина. Деконструктор. Аж вроде бы поставил так дробовики, чтобы они хоть как-то вниз смотрели, но не канает. Чутка неудобно сделал. Аккорды все-таки в этом плане удобнее. Но у меня миссии с дробовиками, так что тут без вариантов. Защита успешна. Погнали. А тем самым меня чуть-чуть только повредили еще дополнительно. Интересно, как здесь фару включать? Ой.
Можно L. Их они не включаются, они просто декоративные. Было бы прикольно, если бы они еще включались. Конечно, это была бы еще большая нагрузка, ну да ладно. Да, реально, это была бы нагрузка. Обработка света, это вам не хухры-мухры. Это не лампочку включить. Ну, хотя по факту лампочку включить, но все равно не лампочку включить. Оу-е! Стрелок! Да отодвигайте его, ослы тупые! Ох, это надо насколько быть даунным? Я сразу же, в первый раз, когда его увидел, что он делает, понял, что нужно делать. Нужно его отодвигать сразу же! Сразу же нужно отодвигать, чтобы он не сверлил его. Нет, эти тупые свиноты смотрят на него. Думают, что он сам отъедет, да? Вот свинья. Как видите, даже на дрыщевых лавах, точнее, на легком рейде можно спокойно слиться, потому что у вас команда даунов. А по-другому их не назвать. Ох ты, нифига себе, там снаряд пролетел мимо. О, все, кранты. Ну, вроде как повезло. У него шнека не было спереди. Бабах! Победа! Статистика. Статистика, вот, я в самом конце. Ну, потому что я мелких мало убивал. Знаете, уж лучше мелких мало убивать, зато в целом затащить. Получена репутация. Такс. Погнали в гараж. Что тут у нас? О, я выполнил задание убить типа врагов с дробовика. Это отлично. Осталось только два рейда запороть с дробовиком. А, почему бы и не сделать вот так вот? Давайте сравним. А, только я дробовик на дробовик заменю. Погоди-ка. Убрать. Только постой там. Так, тоже поставил там. А, не, вот генератор стоит, все нормально. А, ну да, я как бы поставил бы рапиру-то, если бы он не стоял. Ну да. Логично. Логично. А, ну можно было по энергии посмотреть. Оу-е. Вы посмотрите по энергии. Ну да. Это просто обалденно. Так, структура дает только мощи дофига. Так, я немножко сейчас повожусь с машинкой. Здорово. Я дрончик установил себе. Ну, во-первых, мне дали вот такие вот, я же когда присоединился, мне дали запчасти. Авиазапчасти. Где же, где же, где же? Вот такие вот насос, но вот насос, но самолет, самолета, ави и так далее. И вот такие вот борта дали. И я решил сначала посмотрел, сколько, то есть вот я его вон туда в самую даль установил дрон, видите, да? И бочку, и вот так радио, короче. В общем, вмещал от лафета. В итоге я так и не избавился, потому что у него единственное, у кого структура была хоть как-то более или менее. А если его убрать, то, не, конечно, можно поставить так обрез, но толку от этого чутка будет маловато. Вот, поэтому поставил лафет обратно, вернул. И на него сверху обрез. Обрез повернул обратно в сторону. Ну, типа так прикольнее. Вот. А, как видите, вся защита стоит как положено. И две панели брони я поставил назад. А, немножечко увеличил вот этот задник. Вот. Поэтому как бы можно, по сути, поставить колеса на него. Но они будут торчать. Поэтому я немножечко их спрятал. То есть оставил на месте. И они немножечко спрятанные стоят. Вот, была бы вот такая же, то есть на 6 на 4, я бы ее поставил, но, как видите, ее нет, поэтому поставил такую. Вот, а также оставил 3 аккорда, 1 обрез и дрона.
Посмотрим, что из этого выйдет. В бой защита. Дрон, конечно, это дело такое, то есть помер сразу же и все. Но дамажит, как вы видите, вполне неплохо. Если я не ошибаюсь, то он дамажит типа как лучше аккорда. Я не помню, как он, вихрь что ли называется. Не помню, но он дамажит лучше аккорда, это здорово. Как видите, обрез у меня стоит на правую кнопку мыши. Вот он, аккорд стоит на левую кнопку мыши, а на F у меня стоит дрон. И его вполне можно включить в любое время. И вроде бы он и не мешается, и вполне неплохо. Так как вы их видите? А вот. Ну что я могу сказать, в этот раз мне повезло конкретно. У меня союзники очень хорошо раскачаны, и как бы проблем я с ними иметь не буду. Вот это особенно меня прикалывает тем, что у него есть ракетница. Но ракетница — это дело такое, вроде бы и хорошо, а потом патроны закончились и все. Кстати, если вы знаете, как вы помните, на ПВЕшках у меня было как, я с пушки стрелял, и потом у меня заканчивались патроны, но каким-то чудотворным способом они появлялись. Вот что это за способ и из-за чего они появляются, потом патроны, как они перезаряжаются со временем и так далее. То есть откуда берутся эти патроны? Я знаю, там типа боеприпас, если поставить, то это даст больше патронов, но они откуда-то, у меня пушка взяла полностью все патроны с нуля. Мне это было очень даже интересно. Так, все, защита удалась. За мной! О, не только за мной. Ой, ты быстрее ездишь. Ну, менее нагруженный, быстрее ездит. Ну да, у него и вес слабенький. Он не может быть настолько нагруженным. Хоть у меня и двигатель стоит, а толку от него чутка маловато, если появляется нагрузка. Так, дроны я выпущу на последней волне. Он нам очень сильно пригодится в этом плане. Так. Отлично. Блин, чувак, врезайся в него. Отлично, молодец. Помог. Стрелок. Так, погнали дальше. Если в... Кстати... Для тех, кто смотрит все мои видосы, если в, у меня сейчас появится время, то есть, точнее, появится, останется время, то я пойду панзарчик запишу. Серию по панзару запишу, ну, потому что хочу. Потому что хочу. Есть о чем сказать, есть о чем поговорить именно по панзару, поэтому как бы хочу ее записать тоже. Бабах! Как видите, пытался, сверлил, а толку чутка маловато, так как бронька у меня слишком уж хорошая для него. Оу-е! Ба-ба! Погнали сразу на следующую точку. Я знал, что он сдохнет либо от меня, либо от союзников, так что я сразу же газовал. Враги должны появиться где-то здесь. По идее. А, блин, я пытаюсь на Alt нажать и думаю, а что не жмется, ничего. Враги появились там. Ну, здорово, сейчас выпущу дрончиком, и все будет хорошо. Ну что, дрончик, поехали. Будем защищать базу. Дрончика не получилось выпустить. Или все-таки нужно... А, нет, вот он, мой дрончик, все нормально. Ездит, катается, молодец. Помогает. И моего дрона там не трэш. Я за своего дрона пристрелю. Ой, дрончик мой сломался. А, вот и перезарядочка пошла. Отлично, я думал, одного выпустил и все, а тут перезарядка. Значит, можно каждую волну выпускать его. Здорово. Но их три. О, четыре общие, как я понял. Так что... Да. Всего четыре, но в целом неплохо. Я думал, всего один. Здорово.
Давай, посторонись, жиробасина. Большевесная. Оу, oh, yeah. Вот ты где. Танк. Не доделан ж. О, да. Пушку отстрелили наконец-то ему нафиг. Скотина. Да. Ну, неплохо, неплохо. Дрончика не зря остановил. Все здорово. Обрез стоит, конечно, не очень удобно. Он стоит где-то в конце, и это напрягает, если честно. Он очень сильно мешается. Точнее, очень сильно не хочет стрелять. Так, ну-ка что? Здесь деконструктор 2. Уе. Отлично. Кстати, статистика. Я последний, да. Ну, кто бы сомневался. Вообще нифига не делал. Практически весь бой нифига не делал. Если тебя переместить, а именно лафет переместить куда-то сюда, ну не сюда, а сюда, мне нужно что? Ага, понятненько. Я могу его поставить только на такую высоту. Фигово, мне бочку-то деть некуда. А если в ее деть вот так? Блин, тоже нельзя. Нельзя деть ее сюда. Ну, можно так ее деть, как бы, да, я не спорю. Отвалилась, как говорится, и хай на нее. Но все равно. Нет. Оно как-то это все дело. Так, ладно, давай посмотрим, что из этого выйдет, если я сделаю так. А, здесь все равно какая-то жопа. Все равно какая-то жопа. Ну, что? В общем, мудровал, кое-как сделал задницу, блин. Это полный кошмар, короче. В общем, здесь у меня все. Я тут, оказывается, узнал. А, поставил генератор вертикально, двигатель вертикально. И я тут узнал, оказывается, у меня нету этого домкрата. Если я упаду, то это все. У меня нету домкрата. Весело, весело. Стоит обрез, обрез потом заменю. То есть выполню вот это вот задание долбанное, заменю обрез на аккорд, и тогда поставлю там крат, и будет все здорово. Будет все здорово. Вот, один аккорд будет выше стоять, право, лево, все дела. Вот, ну и здесь у меня все точно так же стоит моя машинка. Так что все замечательно. Вперед! Убивай мою бренную копию. Как видите, дамажит очень здорово. И как же у тебя называется? Вектор, да, вектор у тебя. Пушка? Не, не вектор, погоди. Не рапира. Какая же у него пушка? Интересная машинка. Я хочу такую машинку. Я хочу такую машинку. И неважно цвет, я просто хочу такую машинку. Да, у нее энергия 11. Я так и знал, у нее больше энергии. Зубодробитель, кстати, не хочу. Ну... Прикольно, да, не спорю, но он дает энергию всего лишь 11, у меня по факту есть такой смысл мне менять то на то же. Не вихрь. Видишь, эта пушка-то называется? Ой, нет, точно не малыш. Вот, кстати, мой дальнобой, который у меня стоит. Блин, не знаю, как эта пушка называется. Но ее можно вроде бы как делать. Да, я понимаю, сейчас какой-то фигней страдаю, но все же. Видишь, все-таки вектор. Нет, там не вектор, там он такая под скосом. На защиту у нее такая под скосом стоит. Это может быть у бешеных. Кстати, вот эта вот штука прикольная. Я хочу ее потом сделать. И то есть это, по сути, копье, самовзрывающееся копье называется, да? То есть, по факту, просто
врезаешься в кого-нибудь телом. Бам! Огроменный взрыв такой. В общем, здорово. Хочу его сделать обязательно. Пригодится. Блин, мне уже реально интересно, что это за говно такое и как оно обзывается более точно. Вихрь, нет. Спектр, вот, спектр обзывается. Вот, у него стоит такая пушечка, не знаю, фиолетовая или же обычная, но суть в том, что классная штука, классная штука. Все просто здорово. Так, все, погнали, погнали еще один рейд. Рейда. Ну, у меня позволяет, так что погнали в хороший рейд. Посмотрим, получится, что мне сделать или нет. В итоге будет такая серия из тупо рейдов и... Дай вам бог здоровочки, что вы мне попались. Будет такая нарезка... О, не нарезка, будет такая баталия из рейдов и... Ёб твою ж мать. Рейды и открытие ящиков. Да уж, вот это, короче, конечно же, полная жопа. Чмошник клюнул сразу же. Господи, прости. Какими же надо быть даунами. Первая же волна, она дрещевая. Так, нормально, нам еще одного закинуло. 3400, ну да ладно. Давай, чувак, очухивайся сразу же в бой. Так, пошла жара. Отлично. Пошел воевать, а я пожду этого. Поглушу. Ну, вобла, иди сюда, буду глушить тебя. Ну, если что, там, типа, это, остазывал, там, рыбу глушить, все дела. Ну, короче, не обращайте внимания, нормально все. Уе! Обшивку мою снес, козел. Ангел смерти. Отбились, и на том хорошо. Оу-е! Ты прям в меня попал. Защита успешна. Фак, не по той дороге поехали. Давайте, чуваки. Дебильная карта, дебильная, не спорим. Буду знать, что Рок-Сити как защита очень дебильная карта. О, здесь наверху, блин. Стоять, куда поехал лошара, блин, там у нас взрывают. 9 уже 9, и он его просто-напросто пилит. Да свали ты, господи. Слава богу. Так, дрончик. Нам нужна твоя помощь. Мне понравились дроны, если честно. Очень понравились. И теперь, если появится еще один, я обязательно его поставлю. Я смотрел Левиафанов в первом списке, там просто весь корпус состоит из этих дронов. Это просто чем-то. Я вот сейчас поиграл с дроном, я понял, каково это. О, кукловод! Супер, это дрончик, значит, убил его. Там мой дрон, что ли, так их нашел? Блин, обожаю дрона уже теперь еще сильнее. Он просто нашел врага, где он находится. Стоять! Говнарь! Oh yeah. Как это будет защита успешна? Вашу мать! Дрон, спасай! Поражение, да ладно, они другую вышку взорвали.
Вот такое бывает, а? Ну ладно. Бывает, что поделать бывает. Офигеть. Погнали в бой на рейд простой. Больше в Рок-Сити я манал ехать. Бензинчик не хватает. Я думаю, что за фигня, что это мне запретили. Больше в Рок-Сити я не поеду на защиту. Нафигу я это не видел. Самая дебильная, по-моему, карта для защиты. Да. Не считая двух, все хорошо у нас. Ну, у нас легкая миссия, так что я очень на вас рассчитываю. Ну, 1200, господи, ну как ты сюда умудрился? Хотя, о чем идет речь, господи? Легкая, она в Африке легкая. Ну, 1200, это, конечно, да, я даже не помню. Слушайте, напишите в комментариях, если вы реально помните, сколько у меня был ОМ в самом начале. Сколько вообще дается он в самом начале? Просто мне это интересно. Это он специально так облегчился или он просто нубас? Ну, в смысле, охота узнать, он лошара или лубас? Нубас. Первая кровь! First blood! Обожаю. У меня очень много first blood'ов, если честно. Ну, я... Так сказать, неожиданно для себя фестбладов у меня очень много. Ну, поехали, дрончик. Будем убивать. Ой, дрон, давай. Вперед. О, да. Помощник. Тоже дрончик своего выпустил, отлично. Так. Отлично, дрон реально очень помогает. 2-3 дрона, это просто, это реально, это неимоверная мощь на, вот, на таком этапе развития. Это просто супер. А в ПВЕ это просто кайф. Не знаю, как на левиафанах будет помогать или не будет помогать, но ну, там просто не ваншотные в этом плане. Но просто супер. Погнали. Да. А нет. Я ему бампер оторвал. Я думал, я ему нос оторвал. Я ему бампер оторвал. Просто-напросто бампер оторвал. Дрончик, давай. Бабых! Здорово! Реально здорово. 2-3 дрона, это реально будет кайф. Мне уже понравилось. Я теперь в них вижу смысл. Я теперь хочу потестить летающих дронов. Ездящие очень хорошо. Есть 3 вида дронов. Одни просто стоят как пушка. Одни на колесах. Это вот как у меня. И одни летающие. То есть 3 вида дронов. Первые стоят. Вторые ездят, третьи летают. И вот стоячие, я как понимаю, вообще нет смысла. Ну, для ПВЕ, да, это удобно. Скилл, как говорится, и забыл. Все, они стоят и вышку защищают. Очень удобно в этом плане, тут и не поспоришь. Вот, но в других вариациях я его даже близко не рассматриваю. Ездящий дрон, он везде поможет. И в ПВП, и в ПВЕ, в этом плане он вполне неплох. То есть ездит, как вы видели, благодаря нему мы нашли врага, так как это искусственный интеллект, он знает, где враг, и, соответственно, сразу же бежит к врагу. Так, погнали вперед. Он сразу же бежит к врагу, и все пучком в этом плане. Далековато, далековато. Я лично сразу же еду туда, потому что, я как понял, там просто сверлилка приехала, и все, кранты. Давайте вам... Ага, дроны я пока что выпустить не могу. Сейчас надо сразу дрель конченую. Стопудово здесь есть дрель. Да, вот она дрель это. Оу, oh, yeah. Так.
Отойди, придурок. Не, мешай немного. Да уж, неужто мне эту капочку просрём? Хоть это и легкая. Да уж, бывает такое, бывает. Говорится, если уж не прет, так не прет до конца. Очень неудобное расположение пушек, если честно. Вниз смотреть крайне неудобно. Дрончика выпустил в никуда, как я понял, он просто появился, сразу же взорвался. Поэтому в этом плане да. Наши все кинулись на мощного, думая, что именно в нем вся сила. А в нем-то силы нету. Сила-то вот в этих мелких козлах, которые ломают вышку нам. Ноль. Отлично, поражение. Ну, что поделать? Бывает. Бывает. Фу. Очень неудобные обрезы. Лично мне с ними неудобно. И опять-таки же я поставил лафет так и думал, что это мне хоть как-то поможет вперед стрелять. Но нет. Нет, еще раз нет. Так как это точно не оно. Эта штука неудобная. Если вставить, то лафет именно вот так ставить наперед. То есть здесь полностью перекрываем всю эту гадость. Лафет ставим вперед, без вариантов. Без вариантов, лафет надо ставить вот так вот. И потому что вниз стрелять вообще невозможно. То есть я пытаюсь вот отсюда вниз стрелять, и все. Если фон стоит где-то вот здесь вот, то бесполезняк. Я не смогу ничего сделать. Высокая машина очень плохо. Очень крайне плохо высокая машина. Ну а что поделать? Конечно, можно попробовать вот так поставить. Так. Так, допустим, поворачиваем. Вот так вот поставить можно. Да, по факту это будет хоть что-то хорошо. Но если я ставлю так, то я стреляю только вперед и чуть-чуть в бока. Все. В этом-то и вся проблема. То есть, если я пытаюсь направиться вот сюда, то, как видите, вот, видите, куда они стреляют. То есть, толку от этого тоже чутка нет. Поэтому я не понимаю, для чего люди их сюда ставят. Ставят на бока. Возможно, это хорошо в каких-то ситуациях и так далее. Но явно не в этой ситуации. Нужно ставить их даже лучше вот так вот все-таки. Поближе вперед, чтобы они могли доставать. Так как у меня было очень много ситуаций, когда передняя стреляла, а задние не могли увидеть врага. Вот. Ну и, собственно, обрез назад тут без вариантов. Либо обрез, либо та пушка, которая у вас будет стоять. Вот в этом плане точно я могу сказать, что так нужно делать. Это бром долбанный. Так, все, перекрасили, все отлично. Сохраняем. Десяточка. И на выставку. Вот такие вот дела. Так, свои. Ага. Так, вот это надо убрать. Так как он отстойный. У меня есть все отстойные, но это так. Господи, это что там такое? Да уж. Не спорь, патриотично, все дела, но это тупо. Это тупо. И смотрите, сколько людей лакают, и сколько загружают, самое главное, я не понимаю. Вот, кстати, экс-машина Вен. Прикольная машинка. Прикольно сделана. Просто чисто как Вен, все как положено. Только у Вена сзади вроде бы не было закрыто. Не помню. Но, блин, аутентично это на 100%. Так, гараж. Это вот там. И выставить. Все. Вот такие вот дела, народ. В общем, на этом я уже точно буду с вами прощаться. Пишите в комментариях то, о чем я спрашивал. Я уже сам забыл, я много чего спрашивал. Но пишите в комментариях ответы. Я как обычно делаю. Если что-то я хочу ответить, я ставлю на паузу, пишу комментарий, то есть сохраняю его. То есть я его не сразу не отправляю.
продолжаю смотреть видео. Ага, опять я хочу ответить. Ставлю на паузу, пишу комментарий. И все. И так у меня комплексный комментарий получается. Во-первых, актуальный, во-вторых, комплексный. Поэтому, если вам не безразлично, и вы хотите реально, чтобы как-то мне помочь советом и так далее, причем это реально будет полезный совет по конструкции и все в таком духе, либо напишите мне, посмотри на выставке такой-то, да, я здесь хоп, вожу там, чик, опаньки, и, допустим, в их нет, ну, допустим, вот так вот. Ну и пошел ты в жопу, вот так, короче. Вот, вожу что-нибудь, и он такой, оп, смотрю, как вы построили свою машинку, допустим. Ага, так, смотрю, так. Ага, блин, прикольно, да. Блин, реально прикольно. Офигенно, реально. Ну, блин, конечно, мне еще больших делов до такого докачаться. И что-то как-то у него... зад выше, чем перед, и он накерненный вперед стопудово ездит. У него, видите, задние колеса высокие, ему надо одно колесо ставить большое, и либо перед у него такими же надо большими ставить, так как у него, видите, он немножко приподнятый. Да уж, ну, в целом, короче, да. Реально, можете писать, так и пишите. Посмотри, такое-то там, в скобочках, допустим, Байк МК. Вот, хорошо. Есть в это ваши построечки. Мне будет это интересно. По крайней мере, я буду знать, что и вы играете в эту игру. Так как я вот смотрю, есть, которые люди лайкают, да, мои постройки. И вот эти вот, допустим, вот это тоже пушка. Ну, кстати, удобная, но не очень. Вот это вот. Здесь два загружали, здесь один загружали. Блин, это здорово. Это здорово, когда ваши постройки не просто оценивают, но и это людям нравится. Если мне какая-то постройка, конструкция понравится, я обязательно ее покажу на видосе. Ну а теперь на этом уже точно все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.